40 дней праздник Пасхи шествует по всей земле, позволяя каждому человеческому сердцу еще и еще прославить воскресшего Небесного Отца, которому дорого каждое чадо, благодарящее за все его дары и благодеяния, в том числе и творчеством, как делают это из года в год участники фестиваля «Русь православная в традициях Зиждется». Бог – единый Творец всего сущего. Он дал нам величайший дар – дар творчества. И человек, взамен получивший талант, просто обязан приумножить его в себе и отдать его людям. Наш фестиваль «Русь православная традиция Зиждется» проходит уже 4-й год. И в течение уже этого времени с уверенностью можно сказать, что все выступающие приумножили в себе свои таланты и радуют и всех присутствующих, кто приходит на этот фестиваль. И благослови Господи, чтобы и в дальнейшем, и также все добро и празднично продолжалось, и чтобы дети и вообще все выступающие радовали всех зрителей своими выступлениями, несли любовь и радость. Христос воскресе! Я такой же, как и вы все здесь сидящие, православный, крещенный, верю в Бога, хожу в церковь и считаю, что это правильно и хорошо, и так должно быть. И вот когда у нас у всех в душе будет Бог, и мы будем стараться делать как можно больше хороших, добрых дел и в первую очередь требования предъявлять к себе, а потом к остальным окружающим нас. Все у нас будет хорошо. Бог будет с нами, а мы будем с Ним. Всех с праздником, всех добра, любви, радости, счастья и благополучия. Спасибо. Более 30 участников, каждый с неповторимым номером, составили двухчасовую концертную программу, наиболее полно иллюстрирующие и подтверждающие слова русского поэта Федора Тютчева, который в далеком 1848 году писал: «Россия, прежде всего, христианская империя, а русский народ – христианин. И не только в силу православия своих убеждений. Он христианин в силу той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его христианской природы». Мы приехали с друзьями на фестиваль. Будем радоваться Пасхе, с кем мы будем танцевать танец «Весна красна идет». Над просторным небом синим Богородицы и покров. Православная Россия, слышим звон колоколов. Золотая Русь, они звонили от деревень и городов. Святая Русь, храни, храни надежду, веру и любовь. Сегодня мы радуемся о воскресном Спасителе. Мы славим Его в нашем сердце, и все это предлагаем вам посмотреть в нашем творчестве. Мы просим Его о том, чтобы эта радость всегда жила в сердце каждого человека и благословляла нас на путь истины. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за косогором на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке, на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережке, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!», я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою». Православная вера – это вера в любовь и милосердие. И сегодня мы прославляем главный праздник – праздник Пасху. Ангелы Божии, хранители вы святы, на соблюдение мне от Бога с небеси даны. Прилежно молюся, ты имя днесь просвети и от всякого зла сохрани. Аминь. Сегодняшний фестиваль посвящен также и новомученикам православной церкви. Одним из них является государь Николай II. Он считал, что закон Божий есть единственное твердое основание для всякому полезному учению. Я с ним полностью согласен, ведь сейчас образование не уделяет должного внимания православной культуре. 100 лет назад
православная культура, а именно учение, составляла наиглавнейшую роль в образовании. Во всех школах преподавался предмет по православной культуре. И я считаю, что сейчас это тоже не повредило развитию нынешнего поколения. Скажу я патриот, я юный гражданин родной России. Собою позовут Руси, а вместе мы едины. Я патриот земли своей, я гражданин России. На нас ведь мы поем слова совсем простые. Вера есть твердая опора жизни нашей во всех скорбях и бедах. Это тот якорь, твердый и верный, на котором незыблемо держится жизнь наша среди бурь житейских и отечество наше, указывал в 1907 году святой праведный Иоанн Кронштадтский. Именно поэтому так важно сохранять и прославлять образ Богом хранимого нашего Отечества, его православные устои и традиции, на которых испокон века зиждется Русь православная.